кто знает, вот здесь вот парковка находится в Олимпарке возле Богатыря, она бесплатная. Стоит парень на въезде и собирается всех деньги за парковку. Вот смотрите. Сейчас. А таксиста пропустил. Потому что таксист, скорее всего, знает, что она бесплатная. Сейчас приедут иногородние машины, он будет с них брать плату за въезд на бесплатную парковку. Вот заезжает машина. 163-й регион. Вот он ему говорит, что там платная парковка, туда-сюда, сейчас скажет, здесь платная. Они либо заедут и дадут деньги, либо развернутся и уедут. Вот еще машина стоит, 161 регион. Люди согласились.